Трагедия произошла в поселке Строителей на улице Центральная. 84-летний мужчина, проживающий в частном доме, спустился в погреб, чтобы освободить место для хранения картофеля. Перед этим пенсионер поставил на плиту кастрюльку с едой для скотины. От запаха подгоревшей пищи проснулась его дочь и тут же начала искать отца. Что-то с дедушкой случилось, он в погребе упал. Айда быстрее. Я прибежала, я говорю, давай, Зульфия, будем вытаскивать его. Может, он еще живой. Она говорит, нет, я уже туда лазила, говорит, потрогала его, он, говорит, мертвый. Как выяснилось, накануне трагедии в том самом погребе был небольшой пожар, загорелось сено. Семья быстро потушила возгорание, после чего подвал наглухо закрыли крышкой. До следующего утра, значит, хозяин дома, 84-летний пенсионер, никого не уведомил, значит, залез в погреб и стал, значит, заниматься очисткой погреба от продуктов. Горение. У нас там продукты горения, это было фактически где-то по мешка соломы. И был обнаружен своей дочерью в данном погребе. Но предварительно, значит, было установлено, что отравление угарным газом. По словам соседей, мужчина был крепкого телосложения, на здоровье никогда не жаловался. 2 года назад в собственном доме угорела его родная сестра, а 3 месяца назад он похоронил свою супругу. Она еще перед смертью говорит, я вам дедушку надолго не оставлю, я вас с собой заберу. Сейчас, со слов жителей поселка, дети погибшего пенсионера разбирают погреб. Таким образом, они пытаются избавиться от всего, что напоминает им об этой трагедии. Погреб – это источник повышенной опасности, я считаю. Всегда надо, спускаешься в погреб, проверить налички сорода в погребе. То есть, во-первых, открыть, дать какое-то время, если он был закрыт, дать какое-то время, чтобы там произошло проветривание. Регина Шигапова, Влад Семагин. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».